сюрприз. Ой. Привет, Донни. Ты делаешь новые скамейки для путешественников? Да, только это занимает очень много времени. Но ты прекрасный строитель. Спасибо, Джет. Я быстро собираю скамейки, но много времени уходит на тщательную покраску. Скуп, ты тоже при деле? Да, но я слишком медленно их собираю. Ведь все должно быть сделано правильно. Я гораздо быстрее крашу. У меня есть идея. Вы бы быстрее закончили с этим, если бы Донни собирал скамейки, а Скуп их красил. Отличная идея! Ура! Работа ускорилась, когда мы стали делать то, в чем мы лучшие. Диспетчерская вызывает Джета. У нас посылка. Мне пора делать то, что я умею лучше всего. Доставлять посылки. Суперстроители! Привет, Скай! Куда я лечу сегодня? Ты познакомишься с Манон. Она только что переехала в район Гаспизи, Квебека, в Канаде. Семья Манон стала новыми владельцами Шугар Буш. Шугар Буш? Так называют рощу сахарного клёна, который используют для приготовления кленового сиропа. Квебек производит почти весь кленовый сироп в мире. Кленовые конфеты, кленовое все. Вкусно! Надеюсь, Манон даст мне попробовать свежего кленового сиропа. Это было бы здорово. Можешь сказать «Жен ел». Это значит «здорово» по-французски. На нем говорят Манон и ее семья. Итак, Скай, было бы «Жен ел» отведать кленового сиропа. Занимай свое место, Джек. Посмотрите на эти прекрасные долины и леса! Манон, ты готова познакомиться с новыми соседями на фестивале кленового сиропа сегодня? Да, папа. Я угощу всех кленовыми конфетами, сделанными из деревьев в новом Шугар Буш. О, Манон, мы только заехали. У нас еще нет оборудования, чтобы делать кленовый сироп. Пока нет. Но я жду важную посылку, которую скоро привезут. Вам посылка! О, отлично! Это она! Я Джет! Вовремя! Как всегда! Привет, Джет! Приветствую в Гаспизи! Я Манон, а это мои мама и папа. Рад знакомству! Это для тебя! Да! Кран для кленового сока и ведро! Теперь я могу использовать кран и собрать сок, чтобы сделать кленовые конфеты для сегодняшнего фестиваля. Эта книга покажет мне как. Хорошо. Мы с папой скоро поедем на фестиваль. Джет, ты привезешь Манон с конфетами и встретишь нас там. Мерси, мама. Джет, пойдем. Где же клены с красными листьями, которые нам нужны? Прямо перед тобой. Только их листья опали еще осенью. В книге написано собирать сок в это время года, когда снег таять начнет. Здорово! С какого дерева начнем? Посмотрим. Нам нужно дерево со стволом примерно от таких размеров. А, чтобы можно было обнять. Как насчет этого? Отлично. Можешь поставить кран сюда, Джет? Сюда. Не переживай, дерево это не навредит. Да, это кленовый сок. Потребуется время, чтобы наполнить ведро. Ой-ой, это не единственная причина для беспокойства, Джет. Я забыла еще кое-что заказать. Котел. Сок нужно разогреть, чтобы получился кленовый сироп. И нам нужно еще больше ведер с соком. Теперь я никак не смогу сделать кленовые конфеты для фестиваля. К
конечно, сможешь! Настало время звать команду суперкрыльев! Команду суперкрыльев? Потрясающе! База, прием! Это база! Что случилось, Джек? Я в Гаспезе, в Квебеке с Манон. Но у нее нет оборудования для приготовления конфет из кленового сиропа. Еще у нас недостаточно сока. Без помощи команды друзей трудно добыть больше сока и приготовить сироп. Начинается. Смотри, вон там, Донни и Скуп. Дела налаживаются. Суперстроители! К делу готовы! Донни, трансформируйся! Скуп, трансформируйся! Скуп, поставь больше кранов. Донни, построй котел. А я соединю все это вместе с реактивной скоростью. За дело! Ставлю краны. Начинаю стройку котла! Давайте проверим, готов ли он. Женя, а теперь приготовим конфеты. Мне просто нужно капнуть сиропом на снег. И он быстро остынет. Ух ты! Попробуй, Джет. Это просто изумительно. Нам нужно как можно быстрее сделать сироп, чтобы Манон успела сделать конфеты. Без проблем, я открою краны до конца. Слишком много! Ой! О! Запрыгивай, только осторожно! Спасибо. Это просто кленовая катастрофа. Как же нам с вами исправить эту липкую катастрофу? Положитесь на меня, я справлюсь лучше всех. Рэй! Я нагрею сироп и соберу его. Нагреваю сироп. Ух ты!
Садись, Манон, поехали на фестиваль. Но я еще не успела сделать конфеты. Мы тебе поможем! Хорошо, до скорого! Моя формочка мала для всего этого сиропа. Эй, давайте сделаем по-настоящему большую форму из этих досок! Отличная идея, Манон! Да! Строим гигантские формы в форме кленовых листов! Манон, кленовые конфеты удивительны. Я не думала, что мы что-то сможем приготовить на фестиваль. Но мы принесли благодаря суперкрыльям. Наша работа здесь окончена. Пора домой! Поехали!